ты вот как! Так вот и как с другом, да? Вот и как с другом. Ну, знаешь. Нет, нет, все, конец. Прощай навек. Только смерть избавит меня от сердечных мук. Goodbye, my love, goodbye. Ничего, ты у меня попляшешь. Я тебе вручу. Ух, ты у меня наплачешься. Я вам хочу рассказать историю про попугая. У одного знаменитого профессора украли все, обокрали в общем. В том числе украли этого самого, ну, попугая, да. Он заявил милицию, милиция искала, и вдруг попала на малину, где было много из вещей, в том числе и клетка с этим самым, но попугаем, да. Но вещи нашли, а этот в клетке попугай. Ну, совершенно жутко. Летал, нет, кричал, нет, ну, выражался. Но он там наслушался. И профессор все вещи обратно принял и отказался взять этого самого. Попугая, да. Магазин тоже принять отказался. Там дети посещают. Домой все взять отказались. И милиция, знаете, что сделала? Ну, застрелила, нет, съела, нет, ну, выпустила. И теперь сверху над городом. Время от времени с неба несется. Ну, выражение там на жителей, там, на начальство некоторое там. Посланные истребители вернулись ни с чем. А потом слышали, пролетая над Череповцом, посылаю всех такой-то там матери. И что самое страшное, ему только 50 лет.